же священное для человечества место, как Иерусалим, Мекка и Вифлеем. Сталинград – это пламенеющая огненная икона, спрятанная под дистиллированным современным псевдонимом. Народы мира чувствовали священную мощь и красоту имени Сталинград. Называли этим именем улицы и площади в своих столицах. Под Сталинградом была одержана мистическая победа. Тогда, в 43-м, над политой кровью священной землей вознеслась неодолимая стена света, от которой отхлынули силы тьмы.
угадывают в этом сражении не просто грандиозную и кровавую битву, а само второе пришествие. Когда Христос, облаченный в форму советского солдата, окровавленную и пробитую пулями, прошел над Волгой, испепеляя армию Паулюса и закрывая глаза погибшим красным героям. Здесь, на стыке фронтов под хутором Бабуркин, в ночь перед Рождеством в составе штрафного батальона погиб отец автора этих строк. И в рождественскую ночь под степными жгучими звездами он лежал лицом вверх, и в его глазах сверкали замерзшие слезы.